Видите, как получается? Все, теперь следующий. Видите, вот сюда надо подбросить еще раз творог. Ладно. Сейчас так тогда. Форум, смотрите, видите, если я вот так вот иду, получается вот этот шов будет нехорошо. То есть его нужно смещать, чтобы было. Или менять вот так вот, допустим, видите, чтобы камни как бы расположение шло по-другому. То есть я потом поверху сформирую. Покажу как. Вот, видите? То есть форму постоянно как бы крутите, чтобы не было одинакового. Вот, видите, здесь камень здесь хорошо пропечатался. Вот это вот все, это мы потом аккуратненько кисточкой подровняем. Видите? То есть здесь надо подбросить, но это я вручную так сформирую камень уже вручную. Опять форму в воду. Следующую берем. Там, где вы можете, что-то не пропечаталось, вы потом можете добавить. Но вам нужно в первую очередь выгнать основной рисунок. То есть штампуйте, штампуйте, пока смесь не закончилась. Потому что если время опустите, потом тяжелее будет. То есть вот, видите, все, закончил. Где вот он вот так вот отошел, чуть-чуть можно его так вот приклеить обратно, ничего страшного, оно все приклеится. Видите, вот это вот все, это мы кисточкой потом подправим. Все, форма, вот сейчас нужно подождать какое-то время, чтобы оно подзасохло. Хотя здесь я кисточкой сформирую до конца смесь. Потом все сюда еще добавлю чуть-чуть. Все. Видите, форма постоянно мокрая. Вот смотрите, видите, как отвалился. То есть ничего страшного. Берете ее обратно, прилепили. Сейчас нужно подождать, чтобы смесь чуть-чуть засохла. Потому что она сейчас очень не перемоченная. Но, то есть нужно сейчас подождать. Примерно вот я сейчас начну делать дальше. И подойдет время, когда я буду подправлять уже вот эту сторону. То есть весь процесс я покажу. Вот видите, вот форму сделал. Вот она. Сейчас покажу поближе. Вот видите. Потом будет получаться вот так вот. Покажу все, как раскрашивать. То есть вот уже как будет, как она будет все. И все, сейчас нужно смочить вот этот шланга, у меня тут уже не хватит. Будем тогда просто кисточкой. Вот я сейчас сформировал вот так вот кисточкой. Видео не записалось, видать, как-то не нажал. И вот смотрите, видите, вот я сейчас угол сформировал, но не записалось видео.
Я сейчас сформирую, как бы, ну, буду делать еще одно видео и уже покажу, как я этот угол делаю. Вот так вот. Вот это я его загладил уже кисточкой. Видите, как получилось? И прошелся кисточкой по всему камню. То есть берем штаб и погнали так же. То есть вот. Печатали. Сняли. Ладно, этот угол. Так. Следующий. То есть вот. Вот до этого. Вот сделали вот так вот. До этого места. И потом сюда же, на эту сторону, вот сколько его штамповали, так же примерно и переносим. Вот, видите? Не обрел свою липкость. Слой толстый.
Видите, вот я сейчас стенку не увлажнил перед этим. Подумал, что будет достаточно. И произошло вот то, что у меня раньше было. То есть процесс замедлил. И плитки, и штампы перестали клеиться. Потому что вязкость раствора...